Для приготовления теста вам понадобится вода, растительное масло, дрожжи сухие, мука, сахар и соль. В воде комнатной температуры растворите сахар, соль и дрожжи. Добавьте масло и муку. Перемешайте, накройте пищевой пленкой и оставьте в теплое место на 40 минут. В готовую опару добавьте муку. Вымешивайте тесто, пока в нем не образуются пузырьки кислорода. Дайте готовому тесту отдохнуть в теплом месте 10 минут.